Всем привет! Вы на канале Артём Белоусов. И сегодня, значит, вы уже, наверное, знаете, мы узнаем, как же сделать из своего гаджета Samsung Galaxy S. В общем, вы понимаете, что мы сегодня будем делать. И этот вот наш планшет, вы уже знаете, мы его наколдовывали в позапрошлом выпуске. А значит, и, наверное, вы все догадались, что, конечно, это планшет не 23 века, да, но, по крайней мере, в этом видео попозже очень много полезной информации, поэтому ссылка на него будет в описании. Если вы его еще не видели, обязательно посмотрите и тогда поймете, что это у нас за планшет. Вот, и одну секундочку. Что ж, приступаем делать Samsung Galaxy S9 Plus. Итак, для волшебства нам понадобится зарядных шнур, еще пауэрбанков, сколько у себя даже найдете, сколько найдете у себя сим-карт, то есть карт памяти, microSD, Wi-Fi и, конечно же, сам наш гаджет, ведь без этого нам нечего будет превращать. Единственная проблема, которую я именно у вас не могу решить, это размер экрана вашего телефона или планшета. Если у вас планшет, то вам, естественно, повезло. Samsung будет только, надо будет завидовать, потому что экранчик будет очень большой. Ну, а если у вас этот телефон, то тогда вам не повезло. Итак, первое, что нам известно о Samsung Galaxy S9 Plus, это то, что у него, значит, на очень долго хватает батареи. Поэтому нам понадобится зарядный шнур и, соответственно, куча пауэрбанков. Ну, в общем, сколько найдете у вас в доме, столько и берите. Но я вам могу сказать то, что один пауэрбанк, это значит, он спасет ваш гаджет на работу на целый день. Вот. Потому что, значит, сначала вы используете заряд вашего гаджета, потом подключаете пауэрбанк, пользуйтесь гаджетом, пока он заряжается от пауэрбанка, и потом еще расходуйте то, что зарядилось от пауэрбанка. Вот. Ну и, соответственно, я сам проверял, хватает где-то на 8 часов, но это минимум работы без перерыва. Кстати, если вы не хотите таскаться вместе с пауэрбанком, вы можете просто его скотчем примотать на обратную сторону. И вот так вот вдруг разрядился, просто шнур подключаете, и все заряжается. Итак, второе. Насколько нам известно, у Samsung Galaxy у нас очень большая оперативная память. Но я считаю, что какая разница, оперативная или, ну, съемная. Поэтому просто мы возьмем куча SD-карт, которые только у нас есть. И если одна SD-карта 32 гигабайта, то две
SD-карты. Это будет уже 64 гигабайта. Вот. Соответственно, где-то, если у вас будет 10 SD-карт микро, то в вашем гаджете будет память, как на Windows, там, каком-нибудь 7 или 8, не знаю. Так, еще одна способность Samsung Galaxy S9 и так далее, то, что, значит, он не зависает. Ну, по крайней мере, я так думаю, и, скорее всего, так и есть. И сейчас мы с вами решим и эту проблему. Итак, есть такой приложение, которое называется FreeBuster. Я не знаю, можно ли его скачать на Apple Store, потому что у меня новый сайт, посмотрите, значит, если у вас Apple Store. Ссылку на это приложение в описании, но только ссылка это будет на Google Play. Так вот, это приложение для очищения мусора на телефоне, это во-первых. Сейчас я покажу. На планшет. Так, значит, просто он находит весь мусор. Все. Это раз. Второе. Это антивирус. Можно проверить свое устройство на вирусы. Вот. Все. Проверяю. Кстати, вам сам скажет, когда нужно проверить антивирус. Вот, значит, еще. Это охладитель. Если вы заметили, что ваше устройство вдруг нагрелось, то нажимаем охладитель. Вот он. Все. Охлаждается через несколько минут. Все будет, значит, охлаждено. Еще и, соответственно, это ускорение телефона. Нажимаем. И просто вот все нажимаем ускорить. И он весь мусор, ну и соответственно очищает. И телефон ускоряется. И еще. А нет, это еще не все. Значит, есть ускоритель еще. Так, это только что было. Еще самое интересное, то, что за то, что вы очищаете телефон, вы еще и можете зарабатывать тут реальные деньги. Единственное, я это не проверял, работает это или нет. Но единственное, то, что он выводится только на PayPal. Значит, можете сами посмотреть, что это такое. Вот. Соответственно, вот тут и еще куча всяких функций в этом есть приложение. Ну и последнее, то, что мы все видели в рекламе, это то, что на нашем гаджете, точнее на Samsung Galaxy S9 Plus,
можно просто буквально рисовать специальной ручкой, которая прилагается к этому самому Samsung Galaxy S9 Plus. Но на самом деле и эту проблему можно решить. Единственное, что эту проблему можно решить только для обладателей Play Market. Да. Итак, значит, если вы обладатель Android, и значит, у вас Play Market, значит, в описании вы найдете ссылку на это приложение. С помощью этого приложения я как раз сейчас и записываю то, что у меня происходит на экране. Но это еще не все. С помощью этого приложения можно изменять фотографии, склеивать видео, изменять видео, делать скриншоты. Но самое интересное это то, что можно включить в настройках вот такую вот функцию кисть. Отлично. Все. Так. Проверка. Нажимаем кисть. И теперь мы просто можем буквально рисовать на экране. Интересно то, что можно еще и я так понял, что значит те, если ластиком ручки, если стирающая ручка, тогда контактирует. Кстати, рисовать можно даже хлебом. Он контактирует с экраном. И, соответственно, вот тут все работает. Вот так что. Вот такое полезное приложение. Ну и, соответственно, вот так. Итак, подведем итоги. Значит, первое. Размер экрана. Значит, у меня планшет, так что даже больше, чем у Samsung Galaxy. Значит, но и, соответственно, у каждого свое. Если у вас планшет, тогда да. Если у вас телефон, там, ну, поменьше экран, тогда нет. Я, значит, второе, это, соответственно, батарея. С пауэрбанком вы минимум догоните Samsung Galaxy. И да, это плюс. Значит, третье, память. С памятью все в порядке. Ну, это, соответственно, сколько у вас microSD-карт найдется, значит, столько у вас памяти и будет. Но в любом случае вы можете обогнать Samsung Galaxy S9 памятью. Значит, четвертое у нас это будет возможность, то есть не возможность, а значит, быстрота устройства. Это да, соответственно, с приложением Clean Master. И, значит, если вы его не найдете на своем этом App Store, вот, если у вас App Store, тогда можете поискать чего-нибудь подобное. А, значит,
И, соответственно, возможность рисовать на экране, да, с приложением Rage ND. Ну что ж, вот такое видео получилось. Надеюсь, что вы поставите лайк. Не забывайте про прошлое видео LSP Show, где Лоскик поехал, значит, со мной и дедушка в Калининград на поезде. Не забывайте, что писать вопросы в комментариях, все, которые вы бы мне хотели задать. Значит, и в прямом эфире я прямо отвечу на эти вопросы. И еще я вас всех поздравляю с новым 2019 годом и желаю сделать из своего гаджета Samsung Galaxy S9 Plus, а может быть даже и лучше. Ну а пока, всем пока!